борьбе за мяч сошлись. А вот момент опаснейший. Это гол! Саиду Бераину открывает счет в этом матче. На 41-й минуте забивает свой второй мяч. Родилась эта атака. Но вот еще один повтор, который все расставит по местам. Мори очень далеко отпускает мяч. Дальше непонятно, как же так. Опытнейший Гаррет Барри дарит его Джеймсу Моррисону. И тот делает шедевральную передачу. Посмотрите еще раз, как он выкручивает мяч так, что он оказывается между двумя защитниками Эвертона. И точно на ноге у Саиду Бераину. Одного из оборонявшихся игроков мяч улетел за пределы поля. С этого фланга уже Ливану Ди Крис Брант. Не выходит Ховард и получает второй. 2-0. Крейг Доусон. Результативная передача в нынешнем сезоне. Но не забывайте, до этого тура Вест Бромвич забил всего-навсего 4 мяча. Очень здорово открывается Доусон. И здесь совершенно непонятно, почему в последнюю секунду Росс Баркли... Нет, Фил Джагелка это был. Видите, он просто убил. Получается вообще ничего. А тут нужно уже отыгрывать два мяча. Ну и Вест Бромвич в этом туре забил практически столько же, сколько за все стартовые 6 туров. И может быть это еще не предел. Лукаку тут же отыгрывает один мяч на 55-й минуте. Вот так игра, которая была на площадь Вест Бромвича в исполнении Жерара Деулафео, дает результат. Ромелу Лукаку выпрыгивает из-за спины как раз Джеймса Честера, который, ну, отчасти случайно оказался на поле в сегодняшнем матче. Агелка, Гибсон держит мяч. Эвертон действительно основательно в последние минуты. Лукаку. И пас какой прошел. Аруна Коне. Момент. Удар. И что? 2-2. Нет офсайда. Аруна Коне. Настоящий джокер. Опять выходит. И он вновь выручает свою команду. И, конечно, уникальный пас получился у Ромелу Лукаку. А ведь посмотрите на арбитра в этой ситуации. Конечно, ему показалось, что положения вне игры не было, если именно такой ракурс он выбрал. И это не к тому, что оно непременно было, но мечтать о свободных зонах больше не приходится игрокам Эвертона. Барри, Маккарти, вот наконец-то он в игре. Деулафео. И опять ему дают сделать передачу. Момент. Еще один. Лукаку. Гол! 3-2! Ну, конечно, такое событие надо отметить подобным кульбитом. Все это за 10 минут до конца с учетом добавленного времени. Ну, почему же игроки Вест Бромвича раз за разом во втором тайме дают Жерару Деулафео делать передачи в штрафную площадь? Здесь, кстати, было попадание мяча в руку, но это не игра рукой. Так что здесь... Конечно, неприятный момент для арбитра, потому что он вызывает массу вопросов и недовольства той стороны, ворота которой мяч забивается. Но тут, согласитесь.